Добрый день, меня зовут Александр Дунаев. Сегодня я хочу представить вам наш новый продукт, который немного необычен для нас. Это спиннинговые приманки для ловли форели, выполненные из силикона. Это новое направление деятельности для нас, но мы взяли за него основательно. И могу сказать, что кроме того, что мы выливаем приманки, мы еще и производим силикон, из которого он производится. Это производство является полностью российским. То есть мы собираем силикон, мы разрабатываем формы, мы отливаем их, фасуем. Так что будьте уверены, что и в России можно сделать качественный и интересный продукт. Хочется сказать несколько слов о материале, из которого сделаны форелевые приманки. Мы подошли к нему очень тщательно. Во-первых, силикон, который мы используем, он имеет жесткость от 4 до 6 пашора. То есть это приманки мягкие и сверхмягкие. Это первая характеристика. Вторая характеристика – все наши приманки абсолютно безопасны для окружающей среды и людей, которые и льют его, и используют его. Материал не обладает никаким запахом, он является плавающим материалом, и этот материал является биоразлагаемым, то есть в природе он через какое-то время распадется. Отличие наших приманок заключается и в том, что они сильно ароматизированы. В них, в самой структуре материала, находятся специальные стимуляторы, которые активируют рыбу на поклевку. Несколько слов по поводу стимуляторов. Это одна из необычных тем, которые немногие рыболовы знают и немногие производители этим пользуются. Но мы и в прикормочном производстве, и вот теперь в приманках используем определенного рода стимуляторы. Они применяются довольно широко в производстве кормов для рыб, и вот теперь, накопив определенный опыт, мы используем их и у нас. Объясню, какой механизм работы этих стимуляторов. Первое – это стимуляция, простая стимуляция рыбы на то, чтобы схватить приманку. Второй механизм – это то, чтобы, когда рыба схватила, чтобы очень быстро этот стимулятор активировал рыбу на то, чтобы проглотить вещество, которое она схватила, то есть нашу приманку. Когда рыба активна и она видит проплывающую приманку рядом, то она обязательно ее схватит. Но вот когда рыба пассивна, ее нужно активировать на поклевку, вот тогда пригодятся эти стимуляторы. Помимо того, что наши приманки хорошо пахнут, в них находятся различного рода стимуляторы, они имеют красивую упаковку и выглядят красиво, но это далеко не все для того, чтобы поймать рыбу. Приманка должна быть и уловистой, она должна привлекать рыбу. И перед нами стал вопрос, производить уже популярные модели приманок, либо придумать что-то свое. И мы разработали свои формы, но также не отказались от идеи повторения популярных приманок. Некоторые приманки уже сейчас готовы для производства, мы их производим. Например, нимфа, форма поливока или головастик, два вида червей. Но есть несколько форм, которые сейчас находятся в разработке. Наши приманки упакованы в удобную PET-тару, которая хорошо сохраняет запах и ту влажную структуру, в которой находятся приманки. В будущем мы постараемся рассказать о наших приманках подробнее. Покупайте их, тестируйте, оставляйте ваши отзывы. С вами был Александр Дунаев. До свидания.